На святочную урочистость запросили самых лепших пераможцев предметных олимпиад, спортивных споборництв, музычных конкурсов. У зале областной филармонии 120 учнев с 50 установ эдукации города. Те, кто уже сегодня уславляют Брест своими достижениями. Первое, это я попала на республиканскую олимпиаду по французскому языку, и мне было очень приятно то, что я достигла такого уровня и смогла представлять наш город, и я взяла там похвальный отзыв. И также еще в городе Минске наша школа, я была в части труппы, мы представляли наш город на конкурсе театральных франкофонных постановок. У нас этот год ознаменовался тем, что 21 учащийся учреждения общего среднего образования стали победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Трое учащихся стали победителями международных олимпиад по географии и физике. 7 учащихся стали 100-бальниками на централизованном тестировании. Поменьшовать юнаков и девчат пришли старшиня городского совета депутатов Миколай Красовский, керовники районных администраций. Миколай Красовский с гордостью отзначил, что сегодня Брест можно по праву назвать молодежным городом. С 344 тысяч жихаров больше за 84 тысячи – молодь. Наш город молодежный, значит, у нашего города есть будущее. А для того, чтобы это будущее скорее воплощалось в жизнь, нужны пытливые, умные, талантливые, молодые люди, которые бы двигали идеи, двигали дела. Лепшим из лепших 20 учням были уручены подарунковые сертификаты на 150 рублей на набытие продукции у магазинах личбовой техники. Талиновитых молодых людей узнагородили у номинациях «Наука», «Лидер», «Творчесть» и «Спорт». Честно, не ожидал, что я вхожу в эту пятерку, можно сказать, лучших спортсменов. Ну, это приятно очень, конечно. Цели на следующий год – это выполнить мастера спорта и показать более лучшие результаты. Ездила как представитель от БРСМ и города в Палату депутатов в этом году осенью. Вот. Ну, в будущем предстоит заступление в Пахту памяти. Приятно, очень приятное внимание, во-первых, со стороны администрации города. Рада, что заметили. Повиншовали адорных дзяцей и юные брэсские артисты. Напрыканцы урочистого приему усе яго удельники атрымали новогодние подарунки. Людмила Салзана, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брэст».